Видеоролик создан специально для сайта fb.ru. По мнению одной из самых известных предсказательниц, в Англии 2020 год будет не самым легким, причем не только для России, но и для всего мира. Удивительного в том ничего нет, ведь год високосный. Самое интересное, что некоторые предсказания ясновидящей уже начали сбываться. Если верить предсказаниям в Англии, 2020 год станет весьма судьбоносным для всего человечества. В этом году случится масса важных событий, предопределяющих дальнейший ход истории. Так, в этот период произойдет целый ряд открытий, в числе которых одно будет очень долгожданным. В этом году на свет появятся люди, о которых уже через недолгое время будет знать весь мир. Кроме того, в это время серьезно снизится ценность денег и будет наблюдаться ряд природных катаклизмов. Ванга предсказала, что в 2020 году человечеству придется столкнуться с проблемой, которую породит огонь, поглощающий все живое. Не исключено, что она имела в виду пожары в Австралии, за которыми наблюдал весь мир. Однако, кто знает, быть может, самое большое потрясение еще впереди. В 90-е годы Ванга говорила о том, что именно к 2020 году человечество наконец-то осознает, что оно сделало не так и как это можно исправить. Все это приведет к тому, что каждый человек начнет побеждать во внутреннем войне с самим собой. В целом, это приведет к тому, что жизнь россиян окажется не такой простой, как хотелось бы, но довольно счастливой. Ванга рассказывала, что к 2020 году привычные деньги утратят свою ценность, а на смену им придут постоянные цифры. Скорее всего, в то время, когда предсказание прозвучало впервые, еще никто не понимал, о чем идет речь, но сейчас оно вполне понятно. Действительно, в современном мире становится все меньше бумажных денег, их заменили криптовалюты и электронные средства, которыми пользуются во всем мире, а не только в России. Все постепенно идет к тому, что бумажные деньги скоро станут никому не нужны, а все расчеты будут осуществляться в безналичной форме. Ванга говорила о том, что первую половину 2020 года человечество будет подвержено влиянию всемирного финансового кризиса. Но уже в сентябре и октябре ситуация должна заметно стабилизироваться. Как сказала Ванга, именно в 2020 году появится такой человек, который сумеет дать надежду на установление мира и покоя во всей планете. На данный момент никто понятия не имеет, в этом году только родится этот человек или о нем узнает весь мир. А также современникам пока остается только гадать, кто это будет, но большинство предполагает, что речь идет о каком-то правителе. Скорее всего, он окажется очень влиятельным и, наконец, сумеет навести порядок. Ванга сказала, что деятельность этого человека будет иметь настолько великое значение для всего мира, что оно будет закреплено в истории на долгие века. Ванга предсказала и то, что в 2020 году в России появятся на свет два новых будущих гения, спустя годы имена которых узнает весь мир. Эти люди будут заниматься изучением космоса, и именно они откроют новое небесное тело, планету, вполне пригодную для жизни человечества. Однако радоваться этому предсказанию особо не стоит. Ванга рассказала о том, что вновь открытая планета окажется доступной далеко не для всех, так как жить на ней смогут лишь определенные представители человечества, да и то не сразу после ее обнаружения. Ясновидящая также напророчила целый ряд открытий в медицине. Одним из них стало изобретение лекарства, способного излечить страшную болезнь. Она заявила, что именно в 2020 году мир узнает имя человека, который не только изобретет необходимое лекарство, но еще и значительно продлит жизнь людям, а также поможет предупреждать их уход из жизни. Что это будет за лекарство и какими способами будет продлеваться жизнь человека, пока загадка. Но, судя по всему, ответ на нее скоро станет известен всем. В 1995 году Ванга заявила, что в 2020 человечество откроет новый источник энергии, который по своей мощности не будет уступать той, которую отдает Солнце. Современники уверяют, что если такое предсказание сбудется, то это может иметь негативные последствия для нашей страны, богатой нефтью и газом и имеющей большой доход от реализации этих ресурсов на международном рынке. Кстати, несколько слов ясновидящая сказала и о российских недрах. Она заявила, что на них по-прежнему будет очень много охотников. Но людям не стоит беспокоиться о безопасности ископаемых, ведь по ее словам, как возьмут чужое, свое потеряют. Ванга очень много рассказала о климатических условиях, ожидающих человечество в 2020 году. Ясновидящая поведала о засушливом и очень душном лете, а также далеко не о самой благоприятной для человека засухе. По ее словам, в этот период начнут мельчать реки и прочие водоемы, но гибели урожая в России не произойдет. В один прекрасный момент во всех регионах пойдет дождь, благодаря которому растения удастся спасти. Ванга рассказала о природных катаклизмах, которые накроют некоторые регионы нашей планеты. В частности, она рассказала о точечных землетрясениях в Азии, а также о серьезных бедствиях на Тайване. Большие неприятности ясновидящая предсказала и для Африки. Если верить ее словам, то страны континента накроют новая сложная эпидемия, от которой будут искать вакцину в течение целого года. Современники предполагают, что данная проблема будет следствием катастрофической нехватки еды на континенте. Отдельную проблему создаст активное таяние ледников в районе Арктики. Человечество будет занято решением этой глобальной проблемы. Правительство говорило на этот счет следующее. Снег обретет большую власть над человеком. Он поднимет океаны и моря. Кстати, ученые предполагают, что именно в 2020 году произойдет откол огромного куска от ледника Ларсена. Стоит обратить внимание на то, что предсказания болгарской провидицы сбывались довольно часто. Будем надеяться на то, что все самое лучшее на этот раз сбудется, а все плохое окажется либо ошибкой, либо просто неправильной трактованной информацией. Остается только верить в лучшее и ждать исполнения хороших прогнозов.
А веришь ли ты в предсказания? Делись своим ответом в комментариях, подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru.